Привет, это ЗБЗ, и я сейчас расскажу вам, зачем болеть за Атлетико. Самые крутые эмблемы – это те, которые содержат в себе мини-комикс. Логотип Атлетико как раз из таких. Он делится на две части. В первой – чередующиеся красные и белые полосы. Они символизируют цвета клуба. Благодаря ним у Атлетико появилось два прозвища – Рохи Бланкос – красно-белые или Кальчонерос – матрасники. Последний никнейм звучит нелогично, если не знать, что владельцы Атлетико берегли каждую копеечку. Поэтому для шитья формы покупали самую дешевую красно-белую ткань. Хотя она предназначалась для производства матрасов. Со второй частью эмблемы все еще интереснее. Здесь нарисованы медведь и земляничное дерево. Да, существует совсем другая земляника, оказывается. В России она растет на одной высоте с травой, а в Испании называется мадроньо и превращается из маленького кустика в гигантское дерево. И имеет совсем не похожие плоды ни по виду, ни по вкусу. Медведь и земляничное дерево – это герб Мадрида. Есть множество легенд рождения этого символа, и ни один испанец не назовет вам достоверную. Но самая распространенная дошла до наших дней из любимого средневековья. В 1212 году Альфонсо VIII сражался с альмахадами за Пиренейский полуостров. Во время битвы при Лас-Навас кастильскому королю потребовалась помощь, и мадридцы отправили отряд с медведем на знамени. Альфонсо VIII завоевал новые земли и в благодарность подарил Мадриду соседние леса с земляничными деревьями. Медведи и дерево обрамляют треугольник с семью звездами. Они формируют созвездие Большой Медведицы и не просто так имеют пятиконечную форму. Каждая из них отсылает нас к провинциям, которые окружают Мадрид. Авила, Сеговия, Гвадалахара, Куэнка и Толедо. Поэтому, если вы любите напичканные пасхалками фильмы, как у Квентина Тарантино, тогда постмодернистская эмблема Атлетико сразу западет в ваше сердечко. Матчи Атлетико можно смотреть хотя бы ради одного футболиста – Антуана Гризмана. Во-первых, он точно понравится вам внешне – обаятельный француз, который не боится экспериментировать с прической. Во-вторых, он легенда Атлетико и в скором времени станет лучшим бомбардиром клуба. Чтобы опередить великого Луиса Арагонеса, ему нужно упаковать чуть меньше 25 голов. В-третьих, француз постоянно рождает добрые инфоповоды. Вот пример номер один. В матче с Сельтой Гризман случайно наступил на пятку экс-партнеру Оскару Мингесе. С его ноги слетела буца, после чего он поскользнулся и больно упал на газон. Гризман сразу же почувствовал себя виноватым и очень небанально выкрутился. Он взял буцу Мингеса и попытался развязать на ней узел, пока медики оказывали помощь. Причем Гризман это делал не руками, а зубами. Настоящий образец благородства и уважения к сопернику. Вот пример номер два. Под конец 2022 года Гризман удивил всех, покрасив волосы в розовый цвет. Теперь его можно было легко отличить на поле, плюс на игровых качествах смена прически никак не сказалась. В матче с Валидолидом Гризман блеснул, забил мяч и отдал голевой пас. После игры француз подошел к фанатам и заметил девушку, которая пришла на трибуны в кислотно-розовом парике. Самый ироничный Гризман оценил прикол и подарил болельщице свою футболку. А если это видео наберет 10 тысяч лайков, то я тоже покрашу волосы в розовый и проведу так один из выпусков ЗБЗ. Ход за вами! Если бы существовала премия «Самое курьезное празднование гола», то Атлетико бы выдвинул сразу двух голеадоров на эту премию. Первый – это Альваро Мората. Обычно нападающий незабываемо не попадает по воротам. Но в игре с Эльче он накрутил одного защитника, другого убрал на замахе и моментально пробил. А что было дальше, смотрите сами. Марата сам не понял, что забил. Он просто не видел, как мяч влетел в ворота после рикошета и столкновения с соперником. Даже во время празднования видно, что Марата не совсем верит словам партнеров и переспрашивает, а действительно ли он положил мяч в сетку.
Второй момент ничуть не хуже – Мараты. Анхель Корреа открывает счет в матче против Хетафе, но судья отменяет гол из-за офсайда. Пока ВАР проверяет гол на положение вне игры, Диего Симеоне успевает заменить расстроенного Корреа и выпустить заряженного Караско. А теперь видео в студию. Дуальный Корреа! Он в офсайде. Давайте повтор смотреть. ВАР гол засчитал, и Корея праздновал гол на скамейке запасных. Там же на него навалились чуть ли не все футболисты Атлетика. Вы когда-нибудь видели что-нибудь подобное? А вот в Атлетика возможно все. Атлетика – создатель, возможно, самой красивой клубной традиции в истории Ла Лиги. Итак, шел 1996 год. Мадрид мчался к чемпионству, а фанаты развлекались на трибунах как могли. Как-то раз на январский матч против Атлетика из Бильбао обычная болельщица Маргарита Луэнга принесла 4 гвоздики. Почему 4? Потому что она была уверена, что Атлетика забьет именно такое количество мячей. И после каждого гола бросала одну гвоздику на поле, ближе к угловому флажку. Мадридцы действительно выиграли со счетом 4-1. Но ключевой эпизод произошел как раз во время корнера. В Атлетико за стандарты отвечал хорватский полузащитник Милинко Пантич. И когда он подошел к угловому флажку, то отбросил мешавшие цветы куда-то в сторону. Маргариту задел поступок Пантича, и она написала ему небольшое послание, которое передала игроку через сотрудника клуба. А в нем было написано: «Не бросайте так гвоздики, они ведь для вас». Пантич настолько растрогался, что нашел телефон Маргариты, созвонился с ней и после следующего домашнего матча вручил ей свою футболку. Атлетико тоже не дремал. Из этой милой истории клуб создал традицию, и с тех пор на каждой домашней встрече рядом с угловым флажком лежит букет из 24 гвоздик, 12 красных и 12 белых. Все в цветах Атлетика. И вот уже много лет подряд цветы кладет та самая Маргарита Луэнга, которую с почтением и под аплодисменты пускают на поле перед игрой. Традиция зародилась на бывшем стадионе Атлетика Висенте Кальдерон, а потом перекочевала на Цивитас Метрополитана. Эту историю едва не прервала пандемия, но и здесь Атлетика нашел выход. Маргарита законопослушно оставалась дома, поэтому ее заменил Коке. Он предварительно созвонился с уже пожилой болельщицей по видеосвязи и виртуально вместе с ней вновь возложил букет рядом с угловым флажком. Кстати, в том знаковом 1996 году Атлетико впервые за 19 лет взял чемпионство и еще выиграл Кубок Испании. А ты ставь эмодзи цветочка в комментариях, если уже начал болеть за Мадрид. Следующий факт докажет вам, что Атлетико – это больше, чем просто клуб. В одной мадридской больнице мальчик по имени Хуан Пабло попал в кому. За это страшное время он забыл базовые вещи. К примеру, как читать, сколько ему лет и многое другое. Но как только медсестра у его постели запела его любимую кричалку про Атлетико, начав со слов «Оле, оле, оле», Хуан тут же продолжил «Чоло Симеоне». После этого благотворительный фонд «Pequeño Deseo» – «Маленькое желание» организовал для мальчика поездку на тренировочную базу «Атлетика», где он познакомился с Диего Симеоне, Коке и другими легендами клуба. Главный тренер мадридцев мило пообщался с пареньком, а при прощании подарил ему футболку «Атлетика» с автографами. Так что тот самый день Хуан точно запомнит на всю жизнь. Атлетика принято называть бессердечными, но у них на самом деле есть сердце, и это Диего Симеоне. Почти все успехи Атлетика в 21 веке ассоциируются с именем Чоло. Он сделал из мадридцев третью силу в чемпионате Испании и поставил клуб в один ряд с Реалом и Барселоной. Симеоне дважды выводил Атлетика в финал Лиги чемпионов, дважды выигрывал Лигу Европы и дважды выигрывал Ла Лигу.
На сегодняшний день в Европе нет ни одного тренера, который бы так долго находился в одном клубе. Симеоне тренирует Атлетико с 2011 года. Они неразлучны вот уже больше 11 лет. С аргентинцем может сравниться разве что Кристиан Штрайх из Фрайбурга. Но и здесь у Симеоне преимущество. Он подписал контракт с клубом на 6 дней раньше. А если учитывать еще и игровые годы Диего, то в Атлетико Чоло провел около 17 лет. С такой цифрой не за горами достижения Арсена Венгера и сэра Алекса Фергюсона. Но одно уже можно сказать точно. Диего Симеоне золотыми буквами впечатал свое имя в историю Атлетико, а еще стал главным амбассадором слова «кахонес» во всем мире. Это было ЗБЗ, и я рассказал вам, зачем болеть за Атлетико Мадрид. Испанский футбол классный. Пока!